Не выбрасывать, а пустить в оборот новогодние елки предлагают барнаульцам. В краевой столице стартовала акция «Елки-палки 5 бизонов». Тем, кто уже готов распрощаться с лесной красавицей, волонтеры акции в первую очередь советуют тщательно очистить ее от украшений. Первая дата сбора деревьев – воскресенье, 13 января. Принимать елки будут с 11 часов дня в 9 точках города. В крупных торговых центрах, нескольких жилых домах, напрямую их можно увезти в конно-спортивный клуб санатория «Обь». Хвоя, а также кора ели и пихт – отличная подкормка для копытных. Часть новогодних красавиц отправится на барнаульскую городскую станцию юных техников. Там из тонкого дерева мастерят детские поделки. Акция сбора новогодних деревьев 13 января будет не единственной. Подобное пройдет и в следующие выходные с 18 по 20 января.